Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Дронов Владимир, я из Москвы. И вот я себе решил получить новую профессию. Как бы профессия она такая, что можно и работать по ней, и по жизни она может пригодиться, и друзьям может помочь, и родственникам может помочь. Всем она будет очень интересна и всем приятно. Я нашел в интернете курсы Олега Алафа Гудвина, который предложил пройти семинар по мануальной терапии. Спросил у него цену, он мне назвал достаточно адекватную цену, какие условия прохождения семинара. Очень все удобно, очень все интересно. И в итоге решил я пройти у него этот семинар для того, чтобы получить вот эти знания. Я много смотрел у него роликов, много смотрел на YouTube-канале роликов. Очень много моментов, нюансов. Их можно смотреть с утра до ночи и в любом случае все забыть. Потому что каждый элемент, каждый момент, который происходит при мануальной терапии, массаже, он... именно в тонкостях важен. А через ролик, который вы видите там у себя, смотрите, допустим, YouTube-канал, вы эти тонкости не увидите. Ну, что могу сказать? Оплатил этот семинар, приехали сюда, начали проходить мануальную терапию, курсы прямо вот с самого первого дня, без какой-либо теории, без каких-либо прям таких практик. Единственная мелкая теория была вот здесь, только на этой доске. И то это тяжело назвать теорией, это просто то, что нельзя вот так объяснить, как бы прям несколько моментов на этой доске, которые вот на человека объяснить их нельзя, а можно так вот на доске объяснить, чтобы хотя бы понять просто принцип. Ничего здесь такого сверхзаумного, сложного не нарисовано на самом деле. И заучивать это не нужно, ничего это делать не нужно. Что могу сказать? Курсы проходят весело, интересно. Здесь мы посмеемся и про свои проблемы расскажем, и пошутим с утра до ночи. То есть скучать здесь не приходится. Вот. Делимся каким-то своим опытом. Кто-то рассказывает про свои какие-то жизненные проблемы, ситуации. И вот так вот курсы проходят незаметно. Вроде бы кажется, что целый день проходишь на них, но время пролетает на самом деле мгновенно. Вот. В процессе прохождения самих курсов у меня вот, например, проблема решилась. Я с 2011 года мучился с проблемой. У меня болело вот это вот левое плечо. В свое время я, когда учился в университете, я на него упал всем весом. И оно у меня всегда ныло. Такая была ноющая боль. Вот. Но я никогда не придавал значения, потому что вроде бы и занимался, ходил в зал, и в форме себя поддерживал. Вроде бы все было нормально. А тут просто так между делом взял, как бы в процессе разговора я взял и про это просто сказал. Ну и мне, соответственно, коллеги и сам непосредственно Олег сразу же с полуслова поняли мою проблему. Сказали мне, ложись на стол, сейчас мы тебе все поправим. Я сначала не поверил, но на самом деле процедура заняла буквально 20 секунд. И через 20 секунд, мне оказывается, у меня был подвывих левого плеча легенький. Вот. И... мышцы вот так вот мне тянули, это была ноющая боль. Вот я с 2011 года с ней ходил, и здесь буквально за 20 секунд мне эту проблему решили. И сначала ее решили, а потом еще научили, как в случае, если еще раз такое повторится, да, они еще меня научили тому, как это излечить. Вот. Поэтому курсы все очень интересные, никакой теории, все вот мы в течение всего дня... как приехали, и до самой поздней ночи мы здесь находимся. И все только делаем руками. Поэтому, если вы захотите прийти на эти курсы, не переживайте, что вы что-то не запомните, что у вас что-то вылетит из головы. У вас, может быть, вылетит из головы, но как только у человека коснетесь руками, у вас вспомнят руки. А голова уже будет здесь ни при чем. Поэтому можете по этому поводу не переживать. Я вам даю честное слово, что курсы, они того стоят. Даже если вы не будете работать по... профессий, просто для себя, для своих родных, для близких получить очень много ответов на вопросы, которые некоторых людей мучают всю жизнь. Я вас уверяю, вы их здесь получите. 100% вы их здесь получите. Вот. Ну и плюс ко всему, сегодня у нас, так сказать, выпускной день. Приятная обстановка, мы здесь веселимся, рассказываем, как у нас тут все проходило. Олег вручил нам вот такие вот дипломы, сертификаты. Вот. Поэтому, в принципе, даже если мы кому-то будем говорить по работе, люди, когда будут к нам обращаться и спрашивать, а что вы прошли, я вот, например, могу с чистой совестью сказать, что я прошел курс у Олега Алафа Гудвина. И мне за это даже не будет стыдно, если я это скажу, если люди это услышат. Вот. Поэтому лично я доволен как слон. Если вы хотите научиться
помогать людям, научиться помогать какие-то моменты, их проблемы решать. Потому что многие люди, как вот я, например, я про себя говорю, конкретный пример. Я бы с этим плечом ходил бы, например, может быть, до 70 лет и думал бы, что у меня там связка порвалась. Вот. Кто-то вот, например, здесь пришел, у кого-то локти, у кого-то спина, у кого-то поясница. И также ходили и думали, что это просто проблема физическая. Но, как выяснилось, все намного проще оказалось. И все мы радостные, веселые, уходим полны настроения. Поэтому всем спасибо. Просматривайте телеканал YouTube или ВКонтакте, или в Инстаграм Олега Алафа-Гудвина. Обращайте на него внимание, если у вас появится желание, вдруг, чтобы у вас появились навыки мануального массажа, мануальной терапии, я вам советую обращаться именно к Олегу. Пока.